Когда речь идет о создании национальной платежной системы, то, конечно, проблема не в том, чтобы заменить визу и мастер-карты и отказаться от их использования. Проблема в том, что в условиях нарастающей экономической и политической нестабильности необходима страховка, позволяющая нам производить в случае необходимости расчеты, вне зависимости от того, в каком режиме будут функционировать международные платежные системы.